Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В рамках проектов по оптимизации работы медицинских учреждений региона было принято решение объединить Курский городской клинический роддом и больницу скорой медицинской помощи на улице Пирогова. Причин тому много. По словам замгубернатора Курской области Андрея Белостоцкого, прежде всего недостаток технического и специализированного оснащения в БСМП по определенным параметрам лечения. У нас в больнице скорой медицинской помощи нет ни гинекологии, ни травматологии, ни нейрохирургии. То есть без этих основных отделений туда травму не везут. Объединив два учреждения, создать полноценную больницу скорой медицинской помощи. То есть вы знаете, что и в роддом ходили хирурги больницы скорой помощи, и наоборот, когда приезжали сочетанная патология, где есть гинекология, то гинекологи с роддома ходили в больницу скорой медицинской помощи. Поэтому здесь просто речь идет об создании сильного лечебного учреждения. Вторая причина – долги обеих больниц. Объединение поможет оптимизировать бюджетную составляющую. В больнице скорой медицинской помощи расходуется порядка 90% денег на заработную плату. То есть на развитие больницы денег практически нету. И кроме того, есть текущие долги больницы, которые составляют почти 25 миллионов. В роддоме эта ситуация немного полегче. Там долги составляют порядка 6 миллионов. И объединив, и, скажем так, убрав бэк-офис, это позволит нам к тому, чтобы к концу года планируем выйти на нулевые показатели, может быть, даже плюсовые. Главврачом объединенной БСМП станет Калерия Ильченко, нынешний руководитель роддома. В планах и переименование больницы в имени Пирогова. Потому что она находится на улице Пирогова, и многие куряне говорят, что едем на Пироговку. И чтобы это уже было официально, сейчас идет согласование с родственниками нашего выдающегося врача, чтобы они дали разрешение на название больницы. Судьба территории старого онкодиспансера пока определяется. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.